Материалы уже пишут, ты понял? Здравствуйте, а за что вас остановили? За что вас остановили? Там на перекрёстке на кого-то стоит. Кого-нибудь? Машину. А вам видео показали? Да. Вы согласились? Да, согласен, конечно. Я ему минималку напишу. Да. Нет, за ремень я не пишу. Они меня там по мегатрассе. А на каком? Вы по главной ехали? Да. А кого вы не пропустили? А автобус не ехал? Автобус, я ехал, не помеха справа у меня была. Я налево вышел. Я налево поворачивал. Да нет, ты все правильно. То бишь вы за вас? Да, да, конечно. Денег не просили? Нет. Нет? Может, не парни, что нет, нет, нет. Ничего, я только начинаю писать. А рассмотрение дела было? Рассмотрение дела было. Только начинаю, только остановил водителя. Показал ему его правонарушение. Сказал ему, где он нарушил. Только документы, только по базе проверил. Сейчас мы только начали писать. А, уже все, уже обвинили его. Что обвинили? Ну, если уже нет, человек согласен с права на нарушение. Он говорит, ну, вовсе на нарушение. Он может быть согласен, потому что вас двое, он один. Сейчас вас двое. Ничего страшного. А то и нет. Вы согласны? Конечно. Да, у меня помеха тоже там шишка. Объясню, говорю водителю, что надо у нас пропускать. Это, ну, это перекресток такой дурацкий. Там, ну, просто, ну, за малым, ну, люди бы, пассажиры. Понимаешь, кипиш? Не вопрос, я же не говорю, просто как бы уже выписать. То, что выписать, то понятно. Нет, это моя процедура. Есть процедура рассмотрения дел. И все. А не просто взял, выписал, все, годится. Если человек не отрицает. Случилось такое. Да он может отрицать, потому что у вас двое, а он один. Ладно, мужик, тогда не нарушай, в общем, если что. Да мы его вернем. Мы его вернем. А что там в отеле стоит? Ну, потому что она тупая курица. Вы знаете, ладно, давай. Народ, ну вы видели, что водила, как всегда у нас, терпила. Водила терпила. Они ему показали какое-то видео. Я даже не видел видео, там где-то перекресток какой-то. Он согласился с этим. Поэтому мы хотели, даже адвокат вышел, Алексей Михайлович, сам, чтобы помочь человеку. А водитель согласился с тем, что да, я типа нарушил. Поэтому вот такой вот маленький ролик. Вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Все, мы едем дальше. Пока.